Как вас зовут? Вы меня слышите? Я вас попрошу все свои вещи, которые вы хотите мне сказать, выложить на бумаге. Это на каком таком основании я должен на бумаге высказывать? Я не знаю вообще, кто вы, зачем вы пришли. Меня зовут Михаил. Вы спросите, с целью моей защиты интересов в суде. Смотрите, врач сказала, что восьмой зуб она лечить не может. Какой врач? Десятка. Кто вы, представьтесь? Михаил. Фамилия? Безгуб. Вот. Вы были сегодня у доктора Десятки? Да. Что случилось? Вот. Она говорит, что восьмой зуб не может лечить, потому что нет ее, нет необходимых этих инструментов. Я попросил написать справку, она отказалась, сказала, что как бы с вами вопрос решать. Вот из того, что вы мне сейчас сказали, я вообще ничего не понимаю. Вам нужно сесть и написать это мне на бумаге, чтобы я поняла, как. Зачем? Чтобы я посмотрела что-то. Понимаете? У меня почерк плохой. Это лучший способ. Вы о чем вы говорите, а я не понимаю, о чем вы говорите. Ничего вы не понимаете. Вы русский язык знаете? Я знаю русский язык. Ну в чем проблема? Я нужна от вас заявление, в котором вы все изложите. Я подниму карту, посмотрю. Задайте вопросы, вот вы сказали, что вам непонятно. Что именно непонятно вам? А я без карты, так как вам буду отвечать на ваши вопросы? Заниматься на данный момент вашим вопросом я не могу. А кто может? У меня есть другие дела на данный момент. У меня есть часы приема. С 12 часов. Я подошел к 12 часам. В чем проблема сейчас? С 12 до 14. Так? Время совпадает? Хочу, чтобы вы дали направление в то место, где есть инструментов, есть программа госгарантии, по которому, если вы не можете сделать, то вы должны дать направление, и по полису мне сделают лечение зуба. Не там, где я вышла?